По словам организаторов, День квадрата – это день культурной, веселой, актуальной, деловой, равноугольной, артистической, творческой атмосферы. Время, когда к современному искусству могут приобщиться малыши, а при желании и взрослые. Почему же именно квадрат? Все просто. Именно в этих местах автор самого известного в мире черного квадрата Казимир Малевич проводил немало времени. Самый яркий представитель российского современного искусства – это Казимир Малевич. Казимир Малевич жил в этих краях, гулял по той территории, на которой устраивается праздник. И самая выдающаяся картина, самый выдающийся квадрат этого художника – черный квадрат. Поэтому праздник мы посвятили столетию этой картине, которая будет в этом году, в октябре месяце. Эту картину Казимир Малевич написал недалеко отсюда, в Кунцево, и «Веселый квадрат» знаменует память о нашем великом художнике, которого должны знать наши дети с самых маленьких времен. В веселом, квадратном, причудливом мире квадратные люди квадратно ходили. Квадратные собаки, квадратные гости кидали в тарелку квадратные кости. Квадратные галки сидели на крыше, от кошки бежали квадратные мыши. День квадрата стал хорошей датой для открытия новой игровой площадки и студии детского рисунка. Конечно, все здесь напоминает о великом авангардисте. Движение «Наше Сколково» готово к новому шагу, проекту «Роща Малевича», в котором будет место и для взрослых, и для детей. Первый семейный праздник «День квадрата» удался. Его планируют сделать ежегодным и проводить в последнюю субботу августа. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».